добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Черт! Как добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберете. Джеймс, это Райан, ответь. Мне удалось запереть толпу тварей в помещении под автомастерской. Иду к туристическому центру. Джеймс, ты слышишь? Черт! Тут в подвале есть какие-то припасы? Нужно спуститься вниз. Новый сигнал. Джеймс, где тебя черти носят? Дуй к туристическому центру. Ты мне не поверишь. Туристический центр. Thank you.
Что это? В следующий раз может не повезти. Мебиусом нет, мы потеряли контакт. Я объявляю ситуацию Альфа-1. Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Что, а ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь, иди к туристическому центру. Так, а туда-то зачем? Я говорю... Черт! Как добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберетесь.
Мне эта штука нужнее, чем тебе.
тварь идет за мной. Это призрак? Я не могу. Тварь идет за мной. Это призрак? Я не могу с этим справиться. Я не могу. Нет! Не подходите ко мне! Не трогайте меня! Связи с Мёбиусом нет, мы потеряли контакт. Я объявляю ситуацию Альфа-1. Ты знаешь правила. Альфа-1? Ты серьезно? А что насчет команды техников?
хрен. Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Что? А ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь, иди к туристическому центру. Так, а туда-то зачем? Я говорил людям, которых встречал, чтобы они шли туда и прятались. Надо с ними разобраться. Черт! Как добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберетесь. Джеймс, это Райан. Ответь. Мне удалось запереть толпу тварей в помещении под автомастерской. Иду к туристическому центру. Джеймс, ты... Тед, где ты? Я ищу тебя по... Тед, где ты? Я ищу тебя по всему городу. А это что? Какой-то шифр?
Кошмар идет за мной. Это призрак. Будь потише. Что за тварь идет за мной? Это призрак. Я не могу с этим справиться. Я не могу. Нет! Не подходите ко мне! Не трогайте меня! Нет! Что за тварь идет за мной? Надо быть потише. Что за тварь идет за мной? Это призрак? Совсем не похоже на остальных. Что происходит? Я не могу с этим справиться. Я не могу. Нужно успокоиться. Кто оно услышит? Из Юниона можно выбраться только на поезде. Почему он не едет? Куда все подевались? Thank you.
Это что, на меня? Узнаю этот стиль. Снова он. Я могу вывести тебя отсюда. Слушай, парень, просто отпусти меня. Я отведу тебя в безопасное место. У нас есть припасы. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Безопасно? Кому интересно, безопасно? С какой стати мне уходить отсюда? Тут все на стадии творения. И скоро станет идеальным. Все, что нужно, это мое вдохновение. И твоя кровь. Чувак, ты что, совсем рехнулся? Не дергайся. О, черт! О, черт! Помогите! Помогите мне! Да не дергайся ты! Итак, займемся искусством. Не повезло, Райан. И камера, снимающая останки жертвы. Еще один коммуникатор. Наверное, Райана. Эти тоже из Мёбиуса. У них может быть что-нибудь полезное. Черт, куда он делся? Что за чертовщина? Мерзость. Thank you.
Какая дрянь. Это слишком. Даже для этого мира. Убежище Анила вот здесь. Пойду, что ли, расскажу ему последние новости лично. Ты нашел их? Они мертвы. Но судя по тому, что я видел, без них будет безопасней. Они собирались убить здесь всех и каждого. А, ситуация Альфа-1. Не самая плохая идея, должен сказать. Ну ты даешь, Анил. Ты просто нечто. Я просто реалист. Всех спасти нельзя. Это невозможно. Не зря придуманы экстремальные протоколы. Если бы они не создали эту дурацкую машину, никаких протоколов бы не понадобилось. Возможно. Но посмотри, что они сделали. Это же невероятно. Да ты просто образец корпоративной этики. Надеюсь, тебе воздастся за твою лояльность. Потому что пока компании насрать на тебя. В смысле? Они же тебя сюда прислали, нет? Прости, я не хотел тебя разозлить. Вот, сделал для тебя еще немного. В качестве благодарности.